402 молодых врача уехали работать в сельскую местность края в этом году. Кто-то по целевой программе, кто-то по федеральному проекту «Земский доктор». В каких условиях живут и работают специалисты? И не собираются ли сбегать обратно в город? Анастасия Цыганова навестила медиков из сел Миндерла и Сухобузимская. Вот здесь, видите, голубятня. Вид из окна хороший. В сельском кабинете молодой терапевт Елизавета работает всего 3 месяца, но уже успела выучить имена чуть ли не всех жителей Миндерлы. Так что любоваться деревенским видом просто некогда. Рабочий день с 8 утра, приемы, осмотры, документы, потом выезды в райцентр. Такую работу медик выбрала сама. Бесплатно по целевой программе отучилась на врача, выпустилась в этом году, успела поработать в ковидном отделении местной больницы и на ближайшую 3-летку по гособязательствам переехала в Сухобузимскую. Район. Пригласили коллеги после практики. На селе, говорит врач, всегда нужна помощь. Ощутимо больше пожилых пациентов. Ну и как-то душевнее. В городе к тебе не придут домой, не постучатся в двери, потому что знают, где ты живешь. А здесь тебя все знают. Люди в магазинах, которых ты видишь, это твои пациенты. В целом нравится. Пациенты отзывчивые. Я сама попросила, чтобы именно здесь отработать. Небольшая поликлиника как перевалочный пункт. Участковый терапевт консультирует пациентов и в центральной районной больнице. В рамках реализации национального проекта здравоохранения активно идет комплектация краевых учреждений свежими кадрами. Молодые медики охотно проводят и видеоконсультации с врачами краевой больницы. В условиях пандемии это эффективный и безопасный способ. В 9 и в 11. В этом году в крае приняли закон об обеспечении системы здравоохранения края кадрами. Это дополнительный механизм целевой подготовки врачей с применением образовательного сертификата. Этот документ уже получили 113 студентов и ординаторов. На ноябрь текущего года трудоустроено 402 специалиста. И даже это немного, говорят главврачи. Учитывая, что сейчас кадры массово оттягиваются на работу в ковидных госпиталях и бригадах. Времени на раскачку у них совершенно не было. Вы видели, они сразу в бой. Доктора попали на передовую. Мы очень ждем специалистов на селе. Мы стараемся, конечно, помогать. Есть определенный элемент наставничества. Но мы, конечно, очень благодарны нашим молодым докторам, что приехали нам помогать. Надеюсь, что они от нас не сбегут и после ковида. В Сухобузимскую больницу доставляют пациентов с 34 населенных пунктов. Серьезный поток. В этом году учреждение получило 6 новых специалистов. Двое прошли по программе «Земский доктор» и получат по 1 000 000 рублей, остальные – целевики. Среди них и Ксения, молодой врач-реаниматолог, успевает дежурить и в красной зоне, и в обычной реанимации. Здесь специалисту тоже выдали жилье, но ехала медик скорее за коллективом. Да, условия хорошие, все в квартире есть. Мне здесь очень нравится и в плане устройства работы, поэтому меня все устраивает. Возможно, даже в дальнейшем останусь здесь. Кроме целевых программ по единовременным компенсациям, медикам в рамках федеральной программы и по инициативе губернатора края Александра Уса положены дополнительные выплаты. По краевой программе «Земский доктор» их получил 21 врач. Все они работают в районах Ачинска, Канска, Лесосибирска, Минусинска и Норильска. Анастасия Цыганова, Дмитрий Кочетков, Новости Прима.